Боевиков, которые готовили теракты на Северном Кавказе, удалось ликвидировать в Кабардино-Балкарии. Трех бандитов, один из них проходил подготовку в лагере исламистов в Сирии, уничтожили в ходе совместной спецоперации ФСБ и МВД. Силовики блокировали машину преступников на проселочной дороге. Те начали стрельбу, по ним открыли ответный огонь. Подробности нам сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. В числе нейтрализованных главарь бандгруппы Назир Тохов, 89-го года рождения. По имеющимся в оперативном штабе НАК данным, он прошел обучение в лагере по подготовке боевиков в Сирии и принимал непосредственное участие в боевых действиях на стороне международной террористической организации. Затем, получив задание от одного из главарей террористов, вернулся в Кабардино-Балкарскую республику для осуществления террористической деятельности. В Дагестане этим утром ликвидировали боевика из хасавюртовской бандгруппы. Машину, на которой он передвигался, также попытались остановить для проверки. Раздались выстрелы. В ходе перестрелки бандит был уничтожен.